На кого ты похожа, а? Ну-ка, остановись. Где ты валялась? Вот приличный Марсик. Ты на кого похожа? Ну-ка, иди сюда. Это что за кусок угля? Ты же была черно-белая. А ты теперь какая? Какая ты? Ты серая, черная. Не лезь на меня. Где ты лазила? Где можно найти столько грязи? У нас тут кругом все. Травка. Плитка. Где можно умудриться насобирать? Вот посмотрите. На кого это милое создание похоже? На кого? На Золушку. Еще что-то жует. Мирка. Нашла. Пока я дергал траву. Вот ее, видите, сколько здесь растет. Вот это все я беру и дергаю. Опа. Видите, как она приросла. Знаете, вот это хорошо дергается. Вот это вот легко. А это я запустил. Ну, не выдернул вовремя. И она, видите, теперь вот под пленку залезла. И в итоге вот что получается. Теперь надо все это ремонтировать. Пленочку прятать. Щебнем закрывать. Вот я это и делаю. А она в это время нашла где-то грязи. Может быть, с корешков с этих. Ну, вы знаете, кто находит грязи. Не будем называть ее этим именем. Вот я это щебень продергиваю. Насобирал вот несколько кучек. Теперь Серега должен эти кучки на тачке вывести. А я вот ему помогаю. Видите, вот здесь прочистил. Чистенький щебень. Поднеси тушка. А вот моя работа. Вот я. Раз. Одна кучка, вторая. Вроде бы ничего не делал, а спина мокрая. И пока я вот тут дергал бурья, Мирка умудрилась где-то. Вот видите, как, если только щебень грязный, вот пыль или что-нибудь, все, уже в нем что-то растет. Поэтому щебень должен быть чистый. Ну, этого не получается. Ну вот, посмотрите. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Куда пошла? Не мажь Марсика. Ну-ка, дай на тебя полюбуюсь. Иди. Поверну. Повернись этим боком. Вот этот бок у него, видите, особо грязный. Вот так будешь грязное есть. Сейчас накормлю. Ага, половника нету. А половник у меня в доме. Пошел за половником. Придется ее купать сегодня. Эту Мирку. Не знаю, как это делать. Ну, все, первый раз, когда это делается. Вот он, половничек. Его называю разводящий. Вот и Мирку придется в первый раз купать. Ну, что сделать? Сегодня немножко дам, он и это не будет есть. Он что-то хрюкает целый день. На. И как-то себе
неважно чувствует. А что, не знаю. Или весна на него действует. Договорился Михаил Петрович. Свозить надо его. Проверить. Марсюха, ну что с тобой? Ты ж не скажешь. Вот так дышит тяжело. Клещей проверил? Нету на нем. Ну иди ешь, иди, иди. Иди хоть глоточек. Лизни хотя бы хоть. Давай. Давай, давай. На. Ну, не хочешь? Ну давай, тебе поглажу. Давай. Пожалей. Нету тебе ничего. Все, за ушами. Тебе сегодня и Лена проверяла, и я. У нее две собаки. Два ротвейлера. Три даже. Еще какой-то. Ну ешь давай. А то Мирка придет и заберет. Иди. Уйду. Не буду смущать. Масика, мне надо пойти переодеться. Я весь мокрый. Пока работал. Уже сегодня ходил, клубнику собрал. И вот такой вот я жаркий кавказский парень. Потому что на улице 25. Да, а я ж не показал. Дергал-дергал бурьян, а какие розы рядом. И не показал. И не похвалился. А розы вот такие вот. Прям розовые-розовые. Вот, для наших земляничек. Примите от Александра Дока розовые розы.